Самарский конькобежец выиграл две медали этапа Кубка России. Хоккеисты ЦСКА ВВС сыграют в полуфинале Российской хоккейной лиги. Крылья Советов продолжают борьбу за бронзовые медали. В Ярославле Крылья Советов сыграли в сухую с местным Шинником. В первом тайме самарский клуб дважды мог забить спортивный снаряд в ворота противника, но их дважды спасала штанга. Заряжали Сергей Корнеленко и Денис Ткачук. Второй тайм прошел в равной борьбе. Отличиться могли у Советов все тот же Корнеленко, а в добавленное время Станислав Драгун. В итоге сухая ничья 0-0, и Крылья Советов зависли на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны футбольной национальной лиги. На гостевой хоккейной арене ЦСКА ВВС обыграл ямальских стерхов в четвертьфинале плей-офф Российской хоккейной лиги. Решающий пятый матч за выход в следующий раунд соревнований закончился со счетом 4-2. Серию военные летчики выиграли при двух поражениях и трех победах. В полуфинале ЦСКА ВВС встретится со смоленским Славутичем. Соперник разобрался с Алтаем в трех матчах. В другой паре путевку в финал разыграют Мордовия и Ростов. В Коломне финишировал шестой этап Кубка России по конькобежному спорту. Самарец Евгений Назаров привез две медали. Дистанцию 1000 метров он закончил третьим с результатом 1 минута 11 секунд. Первому и второму призерам соревнований Михаилу Кокшарову из Челябинска и Михаилу Козлову из Перми Назаров уступил сотые доли секунды. В масс-старте 16 кругов самарский спортсмен финишировал уже вторым. От победителя гонки саратовца Данила Семерякова Евгений отстал всего лишь на 0,12 секунды.